Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Heller Vision, и это видео специально записано для подписчиков группы по моду Этрус. На повестке дня у нас что? Что я хотел у вас спросить? Я недавно проводил опрос в связи с выходом новой версии мода Этрус. Я хотел начать новое прохождение, и был опрос проведен. Так, сейчас я его вам найду. Опрос, ты где, скотина? Вот он, вот он. И смотрите, вам нужно было проголосовать за одну из стран, само собой. Кошка моя уходит. Да. И вот 17 голосов за Македонию, 29 за КША, 14 за ГДР. Так, ну короче, и все остальные так по чуть-чуть распределили голоса. Короче, больше всего набрал КША, то есть 33% голосов, 33%. Просто, ну, по идее, я должен проходить КША, но... А если не КША, то Македонию. Вот я и думаю, за кого мне проходить. Что ввело сомнение в мою молодую душу? Вот это вот прохождение чувака по имени The Andrei, странное имя, ну, ходить барин. Тоже за КША. И я хочу, чтобы вы мне сказали, нужно ли проходить за КША, или лучше начать за Македонию. Я сейчас размещу голосование с этим... Кошка у меня мракобесит. Вместе с этим видео. И вы посмотрите. Спасибо.